пандемия нам помешала это поучаствовать в этом грандиозном мероприятии. Но это ничего страшного, потому что все равно мы ждем на наших страничках в соцсетях наших друзей, наших поклонников. Уже завтра состоится акция «Ночь в музее». В этом году она проводится в формате онлайн-экскурсий. Такой «Ночь в музее» будет впервые. Прогулки в культурно-досуговых местах пока недоступны. Для всех, кто имеет доступ в интернет, свои двери откроет краеведческий музей в Одинцове. Будем очень рады, если они посмотрят наши экскурсии виртуально. Каждый день мы выкладываем что-то о нашем музее. Это и мастер-классы, и экспозиции, и видеопрезентации. Музей без границ – лучшее определение для нового формата экскурсий. Ведь посетить музей сейчас можно, даже не выходя из дома. А это отличная возможность для тех, кто по состоянию здоровья не мог увидеть экспозицию раньше, но тягу к прекрасному всегда испытывал. Если спросить любого из наших ребят, кто посещает наш клуб, какое место в городе вот им нравится больше всего, где им нравится бывать больше всего, я думаю, что почти каждый ребенок скажет, что это наш историко-краеведческий музей, потому что они себя уже чувствуют здесь как дома. Акцию «Ночь в музее» поддержит и Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина. Презентации и цифровая версия музея ждут всех желающих каждый день. А в программу «Ночь в музее» вошли дополнительные интерактивы и мастер-классы. Все музеи Одинцовского округа постарались стать доступнее тем, кому интересна история и культура. Не станет помехой даже режим самоизоляции. Екатерина Тулупова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».